свадьбу только, день свадьбы снять. Иду и Кате говорю, иди снимай второй день влога. Она, нет, не хочу, завелась тут что-то, идет бубнит. Попробую продолжить я. Идем на концерт. Время сейчас где-то около 12 часов. Вот мы подходим к филармонии. Вот, а потом, скорее всего, поедем в Косму на шашлычок. Ветер, ты могуч! Ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь в синем море, всюду веришь на просторе. Вот они, бегут на шашлыки. За что я не люблю белые футболки, так это за то, что сразу же, как только появляется она на мне, она пачкается. Взяли всего лишь маленькое мороженое себе. И вот, случилась такая вот беда. Катя приперла цыплят. Говорит, дети должны быть с мамой. Вон, мясо девчонка пожарил. Ты смеешься. Вон сколько. Пару слов для моего влога. Даже не знаю, что сказать. Вы как Ленин лежите. События меняются достаточно быстро. А сначала? Сначала? Сначала ты узнал. Так а там. Музыка. Так я его в два раза быстрее играла. Вот так именно. Это ж я не на скрипке, блин. А на барабанах? Ну, конечно. Вообще его сейчас в два раза быстрее играет на скрипке. Это какая-то старая. Это мой концерт. Дорогая, кажется, я больше не хочу делать рэп. Растул совсем ничего не рассказывал. Я реставрирую старый стульчик. Вот, разобрал его, зашкурил, крашу. Уже день третий, наверное, я этим занимаюсь. Так что скоро будет красота. Вчера Катя перед сном... Вот это Катя. Устроила капризы. Она увидела у кого-то в сторис какие-то макароны с курицей. И спровоцировала ее. А, рис с курицей. И вот мы сейчас едем в Кирин. Есть ее рис с ее курицей. Залетели на барахолочку. Мимо проходили. Такие вот всякие. Такая вот здесь атмосфера. Она просто бесконечная, она очень большая. Чего здесь только не продают, даже вон сантехнику можно найти. Мы тут с Катей присели перекусить. Хотел с вами поделиться мыслью. Вот мы сегодня ехали в автобусе, и опять, вновь, меня возмутил кондуктор. Во-первых, я считаю, что их в принципе нужно убрать. Ну, если даже не убирать, то их нужно как минимум всех переодеть, выделить какую-то, придумать форму, потому что они все ходят, кто во что горазд, это просто что-то с чем-то. В основном там какие-то неопрятные люди. Я, конечно, отношусь с уважением ко всем, но иногда это прям не совсем уместно, не совсем в тему. Вы что думаете по этому поводу? Кошка стоит, что-то разбирается, как самокат взять. Как успехи? Ну, получается, фиолетовый дешевле. Да, поедем на фиолетовый.
Взяли мы с Катей самокат, у меня почему-то больше 5 км в час не едет. Написано, что мы заехали в какую-то зону, в которую нельзя заезжать, но я из нее уже выехал. И он все равно не едет. У Кати была точно такая же история, но у нее уже все заработало. А у меня ни хрена не работает. Бежали за автобусом, чтобы поехать в Гурьевск. В итоге автобус не остановился. Сидим, ждем следующий. Вот с таким вот видом. Приехали в Гурьевск гулять по парку. В итоге парк закрыт на ремонт. Вызвали такси. Едем кормить бобров. Уже три. Уже. А нет, четыре. Народ купается. Кошка захотела, как только услышала все эти запахи, и сразу говорит, пойдем меня кормить, пойдем меня кормить. Вот сидит, ест. Я такого хочу домой. Ой. Это мне этот напоминает кое-кого. Кого? Благомена слава. Верблюд. В Калининграде верблюд. Кать, как говорит верблюд? Олень. Катя, как делает павлин? А звук какой? Пришло время пить молочко. Выехали с Катюшкой посмотреть таунхаусы здесь недалеко от дома. Вот так вот выглядят эти вот коттеджи, которые мы смотрим. Вот она секция. Тут, получается, вошли. Потолки 3 метра. Санузел. Комната раз. Санузел небольшой, но его можно расширять. Кухня. Там что, 3 этажа? 3, да. Второй этаж, большая комната. Также санузел. Маленькая комната. Третий этаж получается неполноценный. Такая мансарда, крыша. Вроде как не утепленная. Да, работы тут, конечно, много. Не знаю, Катюху пугает то, что вот такая вереница одинаковых домов. Посмотрим, поехали еще посмотрим дальше. Вот еще один дом, пришли посмотрели, там бабушка строила его, соседи нам рассказали. Ну, туда дорога не очень, мы вот даже пешком сами пошли, и работа, конечно, там конь не валялся. Не отпускает нас Катя этот таунхаус, возвращаемся сюда уже третий раз. Вот как эта история выглядит. Да, конечно, нас Катя не отпускает эта секция. Там все разобрали, осталась всего одна. Предложение очень хорошее. Буду думать, конечно, хотелось бы, но чуть-чуть бы вот побольше времени или. А как из них листочки вырастают? Я не понял что-то. Типа, был цветок, потом фирог, и вот листок уже. Как это?